Дорогие друзья, уважаемые наши учителя, учителя не по названию вашей профессии, а учителя по призванию. Слово «учитель» и профессия учителя, и ваше призвание, оно сочетается, наверное, с профессией строителя. Строители создают здания, строители создают будущее, объекты недвижимости, а вы создаете будущих людей, вы создаете будущее нашей страны, вы воспитываете, вы учите, вы формируете характер. Дорогие друзья, я искренне вас поздравляю с замечательным праздником, Днем Учителя. Это первый праздник, самый важный праздник, в самой главной задаче воспитания нашего будущего и создания нашего будущего. Счастья вам, благополучия, удачи, здоровья и самых лучших учеников!